Всем привет! В этом видео покажу, как можно восстановить игры или программы, которые были установлены на флешке. После восстановления файловой системы бывает такое, что летит флешка, ее там приходится восстанавливать через ПК. В итоге у нас получается вот список игр как бы прежний, который был, но некоторые игры не запускаются. Пишет, что были обнаружены поврежденные данные и так далее. Вот. Что мы делаем? То есть мы просто берем и делаем проверку. Вот. И она там не занимает долго времени, как правило. То есть каждую программку, каждую игруху мы вот таким образом проверяем. Консоль делает еще раз, то есть проверяет нашу карту памяти на наличие ошибок, собирает все до кучи, и в итоге у нас получается рабочее приложение, то есть мы, как и раньше, можем ими пользоваться. Ну вот, как видим, вот у нас все заходит, все запускается. В данном случае консоль была прошита, и было установлено обновление кефира с самой консоли. Что-то пошло не так, в общем, и все накрылось, то есть приставка перестала включаться. После этого была восстановлена флешка. Дальше был установлен кефир уже на ПК. И при включении консоли вот эти все игры, которые были раньше установлены, они просто не запускались. То есть у нас на экране возникало вот это сообщение о том, что поврежденные данные и так далее. То есть мы ничего не переустанавливаем, мы делаем проверку на наличие ошибок, и дальше у вас все будет работать. То есть вам нужно каждое приложение вот таким образом проверить, после чего вы сможете его запускать или играть и так далее. Ну, как видим, все работает. Вот у меня запускаю сейчас Control. Точно так же у меня там полетели еще другие игрухи, типа FIFA и еще там Zelda, по-моему, тоже что-то с ней было. То же самое с ней сделал, то есть все, сейчас все работает отлично, как и раньше. Ну вот такой как бы небольшой совет, то есть чтобы вы тоже там не удаляли, не форматировали флешку, а можно это все делать намного проще, то есть просто восстановив каждый файл. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до свидания.